Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 11 октября. И вот сегодня я дошла до этой темы. Подготовка грунта в теплице. Обеззараживание грунта в теплице. Многие спрашивали, как я это делаю, что делаю, чем обрабатываю. Но я не снимала, потому что мы еще занималась я другими делами, мы еще сюда не дошли. И вот сейчас я хочу поговорить об этом именно в той теплице, где у меня самая напряженная обстановка, где за сезон я выращиваю две партии томатов. Кто смотрел весной мое видео, они видели, что здесь я сначала, и так было много лет, здесь я сначала вырастила 3000 этих корней томатов для продажи рассаду, потом их убрала и сюда же снова поселила, высадила еще одну партию томатов, уже которую выращивала, ну, для получения плодов. И здесь, конечно, если вообще про теплицы говорить, то сейчас уже у многих теплицы, и почти все огородники знают, что микроклимат в теплице, он совсем другой. Тут более сложно, потому что здесь меньше проветривания. Тут чаще при поливе у нас возникает сырость, всякие заболевания. И если в открытом грунте мы жалуемся, что у нас иногда мы не можем дождливую погоду остановить плохо, или град, то здесь совсем другое. Тут вот это закрытое, вот это помещение, оно благоприятная вот такая атмосфера для различного, для фитофторы, для кладоспориоза. И все знают, что очень редко удается вырастить томаты без заболевания. И так как мы здесь стараемся и побольше сюда вместить, и выращиваем, как сказать, короче, стараемся использовать теплицу на все 100 с самого апреля и до самых заморозков. Конечно, здесь и грунт истощается, и заболевания здесь появляются. И если высаживать томаты на томаты из года в год, то, конечно, все это накапливается. Иногда бывают и насекомые вредители один раз заведутся, их очень сложно вывести. И вот поэтому осенью и весной мы обязательно должны думать о том, как бы улучшить наш вот этот и микробиологический фон в земле, и вообще всю эту теплицу. И вот этот разговор про обработку почвы в теплице, про подготовку теплицы, про обеззараживание в теплице. Ясно, что во время одного видеоролика, ну, никак невозможно рассказать. Я сейчас просто вам намечу вот такие вехи, по которым люди обычно идут, как стандартные. Но ситуация у нас у каждого своя. У кого-то есть, если в этом году заболевания, он будет более жесткие способы применять. У кого-то, если не было заболеваний никаких, возможно, биологическими препаратами весной обойдутся. И для того, чтобы начинающим огородникам было проще, я вам скажу, что у нас алгоритм действий в теплице такой же, как мы делаем рассаду в лотках. То же самое. Конечно, лучше, если будет свежий, хороший грунт. Если нет свежего, хорошего, будем делать из плохого хороший, то есть удобряя, протравливая. И если у вас тут было заболевание или были насекомые, то протравливать жесткими препаратами обязательно. Начну с того, что способов много. Есть вот агротехнический, есть биологический и есть химический, самый жесткий такой. Но агротехнический — это когда люди не делают вообще ничего. Они просто меняют, ну как, севооборот выдерживают и меняют культуру. Хотя бы вот посадили томаты, и в следующий раз хотя бы перерыв 2 года. И поэтому, если, например, у агронома спросить, что лучше, одна большая такая длинная огромная теплица или 2-3 маленьких, он всегда скажет, что лучше маленькие теплицы отдельные, лучше для каждого овоща, чтобы была отдельная теплица, и их там чередовать. Например, посадили тут томаты, вырастили, на следующий год пусть тут будут огурцы. Конечно, все это выдержать не могут. И я вот именно в этой теплице здесь сижу, потому что, я еще раз говорю, что бывают такие ситуации, что не только мы из года в год на одном и том же месте выращиваем томаты, но и даже 2 раза за год, 2 сезона, особенно вот мне писал один мужчина с Краснодарского края, там они вообще не для рассады, а вообще для полноценных плодов выращивают 2 урожая за сезон. Одни пораньше чуть,
а другие начинают вот для позднего осеннего употребления. И вот в этих случаях с почвой что-то делать нужно обязательно. Так, агротехнический – это самый простой. Поддерживать севооборот, высевать сидираты. Все. Вы, например, если посадили томаты, осенью посеяли сидираты, на следующий год здесь высадите огурцы, то, скорее всего, у вас вот эти классические томатные заболевания, они на следующий год не найдут своего хозяина, то есть там уже будут не томаты, а огурцы. А фитофтора, она огурцами не интересуется. И она к тому времени, пока вы снова высадите огурцы, она, скорее всего, сама зачахнет здесь. Потом есть еще несколько естественных способов, которые тоже не требуют никаких химических элементов, вмешательств. Это термические обработки, такие как пропаривание высокой температурой и промерзание низкой температурой. То есть, если у вас здесь ничего страшного такого не было, никаких вспышек, таких сильно заболеваний, то, возможно, вот при такой погоде можно увлажнить грунт, застелить пленкой, закрыть теплицу. Она так пропарит, что фитофтора точно погибнет. А зимой, если вот как у нас сибирский регион, земля промерзает вообще очень хорошо, то еще промораживание, оно тоже способствует вот обеззараживанию почвы. Некоторые люди обходятся и этим. Но тут я хочу заметить, что если вы хотите, чтобы сильно-сильно проморозилось, и погибают и насекомые вредители, большая часть, и вот эти патогенная микрофлора, тут не надо тогда накидывать снег, потому что снежная шубка, она утепляет немножко, как бы покрывальцем прикрывает, и она способствует сохранению вот этих патогенных грибков и насекомых. И дошли до самого последнего. А, еще, подождите, извиняюсь. Еще без применения, это можно механический способ замены грунта. Но это очень трудоемкий способ, мало кто им занимается. Это то есть верхний слой мы снимаем, новую землю укладываем, но опять же землю не какую-то купленную в магазине, а лучше приготовленную своими руками. И лучше такую, как в предыдущем ролике я говорила, ну что, свой грунт надо готовить. Это из компоста, из перегноя, из лесной земли, из какой-то чистой. Это очень тяжелый способ. И мы частично каждый год этим занимаемся, потому что в моем случае при таком интенсивном использовании теплицы грунт сильно истощается. Но вы понимаете, две партии томатов вырастить за один год, теплицы уже 4 года, это 8 лет, я по две партии ежегодно выращиваю. Поэтому мы грунт, хотя верхний слой мы не снимаем, но мы свежую землю укладываем, и это, конечно, в том случае у меня не было фитофторы, но была белокрылка нынче. Я просто сейчас просила мужа с сыном, они, видите, вот эти кучки, они мне разложили свежую землю перегной. И это тоже считается, еще промерзнет зимой, и весной я могу полить биопрепаратами. Это тоже считается одним из методов, такого как обработки, улучшения грунта. Ну и, конечно, самый такой действенный, самый жесткий и самый нежелательный, это с применением химических средств, но он необходим тем, у кого в этом году была фитофтора. Вот была, если сильная фитофтора, если у вас, например, даже вы не успели получить урожай, почернели все вот эти томаты, все, конечно, нужно обрабатывать фунгицидами. И тут, знаете, я ни разу не обрабатывала этими средствами, но читаю в интернете, что применяют и известь, хлорной известью обрабатывают формалином. Я знаю, что вот в моем опыте была обработка только медным купорусом. Обрабатывают медным купорусом, тоже очень действенный. Но после всех этих методов не забудьте весной добавить сюда биопрепаратов, таких как фитоспорин, там триходерма, бактофит. Но их много в ассортименте. Так же, как много средств протравливателей вот этих. Сейчас я вижу, начали выходить ролики про применение железного купороса, про применение различных, даже вплоть до белизны. Сразу скажу ей, что я такими средствами ни разу не пользовалась. Но, возможно, потому что у меня не было таких критических ситуаций, что стоишь и думаешь, или обработать вот этим чем-то резким-резким, или на будущий год
вообще ничего не получить, и у меня будет вторая вспышка, например, фитофторы. Несмотря на то, что я по две партии выращиваю в теплице, как-то вот, ну, везет, или из-за того, что грунт свежий добавляем, или из-за того, что я за ними слежу, у меня нет фитофторы, и я не боюсь, что на будущий год я его получу. Вот мои действия, как я нынче буду вот эту обрабатывать теплицу. Стены буду мыть весной, сейчас уже некогда. Да, наложили вот такой слой 10 сантиметров нового грунта. Все, я ничего делать не буду. На будущий год весной я или фитопфлорес, или фитоспорин, или триходермин разведу и вот это все пролью. Но сразу говорю, что это подходит только тем, у кого не было фитофторы. Если есть фитофтора, то у вас единственная возможность... И если вы хотите применить вот эти резкие, жесткие средства, у вас единственная возможность сделать это осенью, потому что весной будет поздно. Например, медный купорос, он очень хороший, он очень действенный, но его нужно применять, рекомендуют специалисты, за полгода до посадки растений. То есть вы сейчас, если осенью прольете, то весной, высаживая сюда томаты, вы почти ничем не рискуете, но это средство... И опять же, рекомендация специалистов не чаще одного раза в 5 лет. Им нельзя увлекаться. Но если вы нынче протравите и потом будете соблюдать все вот эти меры предосторожности, то есть выращивать здоровую рассаду, не высаживать там какие-то больные с черной ножкой, там с какими-то с корневыми гнилями. Ну, короче, у нас все должно быть в комплексе. В этом году вот я уложила, например, свежий грунт. Весной я полью биопрепаратами, потом выращу здоровую крепкую рассаду в хорошей, здоровой, незараженной земле, высажу их сюда, и если рассада будет крепкая, здоровая, то, скорее всего, здесь и не будет никакой фитофторы, никаких заболеваний, и на следующий год мне опять не придется применять вот эти химические препараты, которые применять нежелательно. Если мы один раз искореним вот это заболевание, и потом будем... выполнять все правила, но стараться хотя бы поддерживать вот этот микробиологический фон в нормальном состоянии. Опять же, не заливать томаты, не разводить сырость, не давать заболеваниям возможности возникнуть вновь, то все будет хорошо. Все, я желаю вам и подготовиться хорошо к следующему сезону, и на будущий год с весны, каждый раз думая о том, что мы что-то делаем, думать, стоит ли лишний раз, например, поливать. Вот проветривание очень важно. Надо проветривать сам с самых ранних сроков. Не делать здесь им душегубку. Но это я говорила только о подготовке грунта с точки зрения микробиологии. У нас же есть еще подготовка грунта, это удобрения. Но про удобрения я хочу сказать, что такие же удобрения применяются, как на улице. Я уже говорила, осенью желательно суперфосфат. Весной потом внесете, кому нужно... азотных удобрений. Все, до свидания, не буду удлинять ролик. Если говорить обо всем подробно, это будет очень-очень долго. Я вот так, немножко вот такими вот, как штришками. Все.